Привет, друзья! Наконец-то пришла посылочка с лентой, супер-пупер лентой, о которой я говорил в видеообзоре предыдущем. Мы посмотрим как раз тестирование этой ленты в различных условиях, тех, которые, как я уже говорил в видеообзоре, которые представили производители. То есть это термостойкость, устойчивость к холоду, растяжение и многие другие функции, которые она должна выполнять. Как заявляли производители, эта лента, она может клеиться на жирную, грязную поверхность, может клеиться на мокрую поверхность, также она должна держать давление водопроводное, то есть не пропускать. Также может быть использована как изоляционная лента и термолента, то есть на все случаи жизни, и, как было сказано, даже может быть использована как жгут для остановки кровотечения на ране. Кусок мы используем для проверки ее термостойкости. Я сейчас также отрежу кусочек. У меня здесь есть утюг, который я разогрел, и мы сейчас посмотрим, насколько она термостойкая. Снимаем защитную пленку. Кстати, я так хочу вам сказать, что она очень хорошо ложится на поверхность и держится. Такое вот налипание как бы есть, но опять же нет следов клея. Еще знаете, на что похожа эта лента? На вулканизированную резину. Нечто подобное. Что ж, утюг разогрелся, я его, в принципе, разогрел не сильно, в половину, вот до образования пара, скажем так. Смотрим, как она будет удерживать. Под пленкой образовался воздух после нагрева. Она чуть-чуть прилипает к утюгу, вот где-то секунды 3, когда, если подержать дольше, прилипает дольше, но тем не менее вот нагрев производится пленки, ну, довольно-таки ощутимо, потому что в руке горячо, но тем не менее она, видим, остается целая и эластичная. Попробуем подержать подольше. Нет, все равно прилипания нет, хотя пленка нагрелась довольно-таки хорошо. Ну, о чем это говорит? Что в принципе в автомобильном двигателе для того, чтобы обмотать патрубок лопнувший, чтобы выдерживала температуру тосола, я думаю, температуру тосола выдерживать будет. Конечно, хотелось бы проверить это не в домашних условиях, а в условиях каких-то приближенных к нормальному, допустим, в автомобиле или в каких-то других экстремальных условиях. Ссылка на эту ленту есть в описании под видео. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки внизу, оставляйте свои комментарии. Всего вам доброго, до скорых встреч!